Это произошло здесь, в отрогах Гималайских гор, куда из года в год устремляются альпинисты со всех частей света. В ноябре 1978 года английская экспедиция, возглавляемая Джоном Хантом, поднималась на Эверест и вдруг увидела следы. Кто мог оставить эти таинственные следы? Так может ходить только двуногое существо. Но какое? Звери ходят на четырех ногах. Значит, человек? Но у какого человека могут быть такие огромные ноги? Кто же тогда прошел тут по снегу? Это следы Йети, с волнением воскликнул проводник экспедиции. Джон Хант тотчас сфотографировал их. В сравнении с следами человека, они кажутся гигантскими. До 36 сантиметров длиной и 18 шириной. И все-таки расположение их не оставляло никаких сомнений. Они принадлежали какому-то загадочному двуногому существу, которого не раз встречали в горах местные жители Шерпы. Вот как они обрисовали его. Это большое длиннорукое существо с неуклюжей, как у обезьяны, походкой. Оно часто принимает вертикальную позу, на ногах держится крепко, тело его покрыто белесым или чаще бурыми волосами, особенно густыми на спине. Лицо у него скорее человек, чем животное. И вот что самое удивительное. Позже, когда следы, обнаруженные экспедицией Джона Ханта, сравнились со следами, сфотографированными в Гималаях экспедицией Эрика Шиптона в 1951 году. Вот эти следы. А затем за следами, какие 4 года спустя заснял почти в тех же местах Джексон, участник экспедиции Ральфа и Зорга, они все оказались похожими друг на друга, как две капли воды. Кто же тогда оставил эти следы? Может быть, это таинственное существо, как бы его ни называли, Йети, снежный человек, реликтовый гоминоид, чудом сохранившийся до наших дней первобытный человек или человека-зверь, и есть потерянное звено в теории о происхождении человека. Углубимся в историю возникновения человека. Ближе всего к нам стоят вот эти существа. Их даже называли раньше измененными людьми. Проследим за их жизнью, выискивая в ней не только то, в чем они сохранили сходство с нами, но и стертый, искаженный намек на то, чем мы, возможно, были несколько миллионов лет тому назад. Всей этой большой семьей управляет строгий, сильный вожак. Он следит за жизнью семьи, наказывает драчунов, воришек. Когда он разгневается, лучше не попадаться ему на глаза. Знакомое и нам упоение властью. Ah!
выражают покорность, подчинение главе семьи. Значит, примат сильных и иерархия. Да, и иерархия, в которой, однако, заложен большой смысл. Она исключает лишние ссоры, грызню. Суровая, но необходимая школа. А может быть, даже зачатки семьи? Любовь к детенышам, сострадание к слабым у шимпанзе просто поразительно. Смерть детеныша нередко влечет за собой даже смерть матери. Тоска убивает ее. Если мать умирает, то любая другая обезьяна берет себе сироту и обращается с ней с такой же нежностью, как с собственным ребенком. Может быть, вот так и у наших далеких предков возникала любовь, умение поступить с собой и другие свойства, которые мы привыкли называть человеческими. Когда дело доходит до иерархии, соблюдения рамок, даже малышам в это время нельзя переходить границы. Ходят, даже бегают на двух ногах, в руках носят пищу. Чем прямее становилась осанка, чем скорее руки обретали возможность брать, срывать, держать, носить, улучшалась сообразительность, совершенствовался мозг. Жест успокоения. Легким ласковым прикосновением вожак успокаивает разволновавшуюся обезьяну, а рукопожатием выражает самые дружеские чувства. Как все это похоже на нас. Любимые развлечения, особенно после сытного обеда, играют, как все дети. И взрослые обезьяны ведут себя точно так, как мы, когда играем со своими детьми. Малыши веселятся, но при этом постигают более сложные, чисто психологические приемы. Учатся ладить друг с другом, верно оценивать настроение и в то же время выражать свое, чтобы оно было понятно другим. Появляются враги. Может быть, вот так, как мы видим сейчас у шимпанзе, отражали нападение и наши далекие предки. Теперь нам больше не надо ломать голову над тем, откуда у существ, предки которых питались плодами, были вегетарианцами, вдруг появился вкус к мясу. Живут не только на деревьях, спускаются вниз, где больше пищи. Ходят по земле,
Вот так, наверное, вели себя и наши предки, когда учились ходить на двух ногах. Вот вам и первые орудия труда. Новые упражнения и для рук, и для ума. Так шимпанзе обычно добывают термитов. День клонится к концу. Пора идти на покой. И взрослые, и дети готовятся ко сну, устраивая себе гнезда постели на верхушках деревьев, как можно подальше от хищников. Еще более грозная опасность и новое, еще более совершенное отражение атаки. Вожак первый бросается на врагов, увлекая за собой все стадо. Как все это характерно и для наших доисторических предков. Жизнь группами, коллективная защита от врагов, помощь друг другу, коллективная охота. Они объединялись не потому, что им хотелось всем сразу получить пищу. Нет, совсем нет. Охотясь вместе, они справлялись с любым, даже самым страшным зверем, одолеть которого одиночному охотнику было просто не под силу. А опасность подстерегала их на каждом шагу.
Охота имела и другое, пожалуй, еще более важное значение. Она не только обогатила арсенал пищи наших далеких сородичей, питавшихся до этого фруктами, ягодами, кореньями, словом, растительной пищей, но и способствовала умственному развитию их, побуждала придумывать и изготовлять сначала каменные костяны, а потом и более совершенные орудия и оружие. Наконец, шить одежду, словом, вести уже явно человеческий образ жизни. На долгом пути своего раннего развития у наших доисторических предков постепенно возникают и эстетические потребности, стремление запечатлеть воскресшие в памяти образы животных, сцены охоты. Следы этой творческой деятельности сохранились до наших дней на стенах пещер, на скалах, восхищая нас и сейчас верностью передачи движений, поз, облик животных. Так постепенно человек становится человеком. Однако даже в наше время все новых и новых научных открытий едва ли кто сможет безукоризненно точно составить непрерывный и полный эволюционный ряд развития человека. Это маленькое существо, которое назвали Люси, было найдено в 1974 году в Эфиопии. Я был одним из руководителей этой экспедиции. Это существо чрезвычайно интересно, потому что оно еще не совсем человек. Археологический возраст Люси 3 миллиона лет. Ее собственный возраст 20 лет. Она была прямоходящей, как человек, но в то же время карабкалась по деревьям, как обезьяна. Это промежуточный тип. Существует далеко не одинаковый взгляд на то, кто были нашими предками. Вы, месье Копенс, в течение многих лет своими трудами внесли огромный вклад в изучение этой проблемы. Какова ваша точка зрения? Сегодня можно ответить, что человек ведет свое происхождение от животных, что его родословное очень давнее. Человек возник в тропиках. Его прародина Африка, скорее всего, Восточная Африка. История антропогенеза насчитывает от 8 до 10 миллионов лет. Человек, как полагают, появился 3 миллиона лет назад на территории Африки. Около 2 миллионов лет назад человек распространился по всему миру. Действительно, полагают, что те, кто населял Европу 2 миллиона лет назад и вплоть до неандертальского человека, представляют собой непрерывную линию развития. И только 35 тысяч лет назад Европу захлестывает новая волна расселения из Азии. Это были кроманьонцы. Таким образом, существовало два вида населения, следовавшие одно за другим. Одно насчитывало более 2 миллионов лет, другое пришло 35 тысяч лет назад. Должно быть, более древнее население смешалось с кроманьонцами. Тем не менее, кроманьонцы превалировали. Мы, скорее всего, потомки кроманьонцев с некоторыми чертами неандертальцев. Взаимоотношения между неандертальцами и кроманьонцами – вопрос очень важный. Один из самых важных выдающихся вопросов в палеоантропологии. Стало уже невозможным найти ответ на вопрос о происхождении современного человека, основываясь лишь на ископаемых, обнаруженных в Европе и на Ближнем Востоке. За последние несколько лет в разных частях света было сделано множество находок. Они подняли некоторые новые важные вопросы. Становится вероятным, что современные формы Homo sapiens могут датироваться той же давностью, как и некоторые неандертальцы Европы. Тут возникает множество вопросов. И мне представляется невозможным в настоящее время убедительно ответить, что стало с одним по отношению к выживанию другого. Серьезных исследователей, которые верили, скажем, в то, что человек произошел от Бога, практически уже не осталось.
Все мы верим в то, что человек проделал длительный эволюционный путь, начиная с обезьяны. А вот дальше, здесь начинается огромное разнообразие мнений. Причем я бы, пожалуй, подчеркнул то, что мы сейчас находимся на уровне какого-то скачка к пониманию самого раннего, к новому пониманию самого раннего этапа происхождения человека. До недавнего времени мы все предполагали, что исходными формами для человеческого рода были те антропоморфные обезьяны, остатки которых найдены в Сивалийских холмах на севере Индии, в предгорьях Гималаев. Но сейчас значительная и очень интересная по своим результатам работа американских палеонтологов показала, что все-таки все они, так же как и современные приматы, имеют какие-то специализированные признаки. И поэтому в основу того пучка форм, который повел к современному человеку, в основу их положить невозможно. Нужно искать что-то другое. Ну вот мы продолжаем линию неандертальцев. Видите, сейчас об этом скажу. Я бы просто перед тем, как перейти к неандертальцам, сказал, что касается остальных этапов эволюции человека, то они более-менее ясны. Сейчас мало специалистов, которые бы сомневались в том, что ранний этап образовывали австралопитеки, следующий этап образовывали пятикандропы, следующий этап образовывали неандертальцы, и, наконец, появился современный человек. А вот как он появился, здесь много гипотез. Сам я склоняюсь к тому, что все-таки все современное человечество в целом имеет такие морфологические признаки, которые, несомненно, свидетельствуют о нашем происхождении от разных групп неандертальцев. Причем, да, причем сейчас эти неандертальские формы, они же найдены, раньше они были известны только из Европы, из Северной Африки, с Переднего Востока. Теперь остатки неандертальских форм найдены в Восточной Африке. Сами неандертальцы ни в коей мере не образовывали какую-то очень однородную группу. Они различались локально на разных материках. И вот от этого обширного круга форм, в сущности говоря, и происходят современные люди. Так я себе это дело представляю. Поэтому те гипотезы, которые говорят о том, что современные люди появились в Европе откуда-то, неизвестно откуда, мне эти гипотезы кажутся сомнительными. А как вы считаете, Валерий Павлович, могло ли такое доисторическое существо, как снежный человек, дожить до наших дней? Ну, что я вам могу сказать, Александр Михайлович? Я свою точку зрения на это обозначил бы как точку зрения разумного скептицизма. Все те аргументы, которые приводятся в пользу реального проживания сейчас снежного человека, не кажутся мне особенно убедительными. Но для меня убедительно другое. Мы все-таки до сих пор продолжаем находить крупные виды. Животных. Животных. Причем виды очень крупных животных, которые, казалось бы, должны были быть известны раньше, но, увы, они открыты буквально на наших глазах на протяжении последних десятилетий. И с этой точки зрения, поскольку я более-менее представляю себе ту экологическую нишу, в которой, ну, наиболее вероятно, может существовать и эти, речь идет о Гималаях, с этой точки зрения исключить его реальное существование даже сейчас я бы побоялся. Сообщения многих людей в разных странах о встречающихся существах, близких нашим предкам, как то Йети, Бигфут, Сасквач, все это мне кажется вздором. Я совсем не верю в это. Мне кажется, что это одно воображение. Совсем не верю. Мне кажется невозможным, что существует крупный антропоид, который еще не обнаружен. Может быть, это животное? Тогда почему мы не нашли его? Почему каждое сообщение такое мелкое? Изображение неясное, следы неполные. Мне кажется, что это обман. Я считаю это все неправдой. Это не для меня. Non, je pense que, comme on dit en provençal, il faut toujours s'attendre. Я думаю, как говорят в Провансе, что нужно всегда ожидать неожиданное. Вы знаете, что есть немало животных, которые жили когда-то в определенном месте, а затем вынуждены были, чтобы выжить, вести изолированное существование. Своего рода соревнование на выживание.
Например, акапи, маленький жираф, укрывшийся в лесу. Или целакант, которого считали вымершим 50 миллионов лет назад. А он, оказывается, сохранился в безднах океана. Но что касается неандертальца, я так не думаю. Я считаю, что хотя нас отделяет от неандертальца только 30 тысяч лет, он не мог сохраниться. Но я вовсе не отрицаю возможности существования йети. Я думаю, что он должен представлять собой какое-то животное, возможно, большую обезьяну, которая нашла убежище в горах, точно так же, как рыба, о которой я вам говорил, укрылась в глубинах океана. Доктор Эвельманс, вас называют отцом снежного человека. Ваши книги о животных, исследования по криптозоологии известны во всем мире. Может быть, вы разгадаете нам эту трудную загадку? С моей точки зрения, это большая человекообразная обезьяна, похожая на шимпанзе. Об этом говорит тот факт, что все местные жители, видевшие йети, утверждают, что когда он очень торопится, то бегает на четырех конечностях. Ни один человек этого не делает. Ведь мы с вами бегуны по равнинной местности. Что же за антропоид этот может быть? Реликт Сивалекских холмов на севере Индии, где жили большие обезьяны, такие как Сивопитекус, Сугривопитекус и некоторые другие. Это также могла бы быть форма, родственная орангутану, приспособившаяся к жизни на открытой местности. Хотя вообще-то орангутан прекрасно приспособлен к жизни на деревьях. Йети ведь прекрасно бегает по горам, если его вспугнули. А наш советский ученый Борис Поршнев считал, что снежный человек есть не что иное, как неандертальец. Вы, кажется, не согласны с этим. Сперва я не был с ним согласен. Мы проработали вместе 20 лет. Мы много дискутировали по этому поводу. Но я признал, что он прав, когда сам осматривал в США замороженный труп существа, которое, скорее всего, было неандертальцем. Он был убит во Вьетнаме, заморожен и контрабандным путем вывезен в Соединенные Штаты. Но если Поршнев был прав, то и я прав тоже, потому что в действительности все западные ученые, американцы, англичане, итальянцы, французы, изучали существо, которое обитает в Непале, Бутане, Суринаме, на юго-востоке Гималаев. А советские ученые занимаются существом, живущим на северо-западе Гималая. Получилось, что Поршнев и я изучали двух совершенно разных созданий. Я большую обезьяну, а он неандертальского человека. И вот что еще усложняет дело. Появление третьего неизвестного существа. Есть много слухов по поводу гигантского человека-обезьяны, имеющего рост от 1 метра 50 сантиметров до 3 метров. Его наблюдали в Китае и Бирме. Он встречается именно в этих двух странах. А ведь именно там жил когда-то гигантопитек, гигантский человек-обезьяна. Его останки находили там не раз. Это был действительно гигант. Посмотрите, вот слепок нижней челюсти. Это было огромное существо. Если вы сравните эту челюсть с челюстью шимпанзе, вы заметите существенную разницу. А вот челюсть человека. Видите разницу? Это действительно гигант. Профессор Джо, а вы как думаете, могло ли какое-либо доисторическое существо жить сейчас среди нас? Их много. Что конкретно вы имеете в виду? Ну, допустим, снежный человек или неандерталец. Я думаю, что вряд ли дикий человек мог существовать среди людей. Наш советский ученый Борис Поршнев считал, что снежный человек есть не что иное, как неандерталец. Вы согласны с этим? Я знаком со многими работами профессора Поршнева, но, на мой взгляд, возможность того, что снежный человек является потомком неандертальца, маловероятна.
Не могло ли так случиться, что параллельно с линией развития человека, да и человекообразных обезьян, шла линия развития какого-то другого неизвестного существа? Так вот, может быть, снежный человек и ведет эту линию? Предки человека и человекообразных обезьян вымирали в процессе эволюции. Если допустить, что кое-где они сохранялись, в этом случае есть вероятность, что их развитие шло параллельно развитию человека. Очень может быть, что они и являются предками снежного человека. На наш взгляд, предком снежного человека мог бы быть гигантопитек. Китайские ученые организовали целый ряд экспедиций для поиска снежного человека. Интересно, какие материалы, собранные им, вы считаете наиболее достоверными? Действительно, в Китае проводилось много исследований в этой области. Я тоже неоднократно принимал в этом участие. Было сделано много находок. Шерсть, следы передних и задних конечностей. Но, как оказалось, большинство из них не имело отношения к снежному человеку. Они принадлежали самым обычным животным, обезьяне, медведю. На мой взгляд, наибольший интерес представляют обнаруженные нами отпечатки гигантских ступней. Где же найдены эти отпечатки? В Найчжоу, на Памире, в Гималаях. Во многих местах были обнаружены эти отпечатки, причем формы их везде очень сходны. Поэтому мы и считаем, что они, возможно, принадлежат потомкам гигантопитека. По нашим оценкам, рост этой гигантской обезьяны мог быть от 2,5 до 3 с лишним метров. Непал, 1971 год. Польские альпинисты отправляются на покорение знаменитых гималайских вершин и неожиданно обнаруживают таинственные следы. Участнику экспедиции удается заснять их любительской кинокамерой. Следы явно оставлены двумя прямоходящими существами, большим и маленьким, которые, по-видимому, шли рядом. На некоторых трудных участках маленькие следы исчезали. Польские альпинисты пришли к заключению, что большое существо, наверное, подняло и перенесло маленькое. Альпинисты измерили следы. И размер следа, и размер шага. Все говорило о необычайно высоком росте загадочного существа. Судя по углублению в снегу, незнакомцы, видимо, прилегли для отдыха. Потом снова пошли. Стремление добыть новые материалы о снежном человеке, а при удаче и заснять его, побудили нашу съемочную группу отправить свою экспедицию в самые отдаленные места северо-востока нашей страны.
1988 год. Селение Буксунда, Магаданской области. Вот что рассказали нам местные жители Орочи. Вот эти фотографии вам ничего не напоминают? Ну, фикелян, вот это вот это такое говорят. Такое действительно рассказывал Аран, один человек этот. Его таскали такие. Отец точно это говорил, описывал, что вот как картинка видна, вот точно такой весь лохматый был. Акулина Сергеевна, знакомо вам слово «пикелян»? Ругали нас родители, говорили, то пикелян придет, не крестите вечером, не бегайте далеко. Уйдете, поймает пикелян, унесет к себе. А вы что можете рассказать о слове «пикелян»? Раньше мой отец рассказывал, что когда они вдвоем рыбачили, к ним подходил этот пикелян, и он начал около их юрты этот кричать непонятными словами. И когда он кричал, открывался у него так, а то закроется, то вот так. И этот напарник его с ума сошел и пошли, умер. Майя Генриховна, вот этот рисованный портрет, скажите, есть хоть какое-нибудь сходство с тем образом, который у вас сохранился в памяти, когда вы видели это существо? Вы знаете, здесь сходство в основном, то есть корпус, само туловище, имеющий вид короба, понимаете, это напоминает северную пайбу, с которой ходят по ягоды, то есть это выпуклое, плотное такое туловище. Затем голова, прочно вставленная в плечи, практически без шеи, имеющая круглую форму, когда существо стоит прямо. У той особи, которую видела я, и которая как бы демонстрировала себя, совершенно другая осанка. Ну, во-первых, потому что он стоял и смотрел, и, во-вторых, очевидно, потому что эта особь, она более сурового климата, и я думаю, что поэтому она более густо волошена. Я думаю, что это особь в расцвете сил, и поэтому, хотя мы знаем, что за ней наблюдали местные жители уже в течение 40 лет, и я думаю, что более правильный рисунок этот в каком плане? Может быть, действительно, географическое различие, мы, как мы знаем, очень велико даже среди людей, да, среди собак. Да. Мы можем себе представить прекрасную афганскую колли, так сказать, и нашу. То есть что-то есть общее, но что-то совершенно не похоже. А этот рисунок сделан с ваших слов? Да, это нарисовал профессионал. Профессионал в том плане, художник, что он нацеливает себя на рисунок с рассказа. И таких работ сделано им уже много. Это загадочное существо я видела в Западной Сибири, в местах, где идут сейчас активные разработки полезных ископаемых. Ну что там, болото, лес? В основном, море. Да, но они перемежаются кедровыми барами. Какое у вас впечатление? Все-таки это животные скорее, а не человек, как его неправильно называть. Я глубоко убеждена, что это животное. Знаете, вообще об этом случае я рассказываю довольно редко. Дело в том, что люди, которым рассказываешь об этом, всегда иронически относятся, в общем, к таким свидетельским показаниям. Это произошло в 1970 году на Чукотке. Я тогда там жил и работал в районном узле связи. Вот. Работа наша заключалась в том, что мы делали селекторную линию. Значит, от поселка Гвикинот до мыса Шмидта. Вот. И вся наша работа была на свежем воздухе, в тундре. 2 лета мы занимались этим. И вот в один из дней я и еще 2 моих товарища, значит, пошли на охоту. И так получилось, что охоты у нас просто не было никакой. И возвращаясь, мы увидели под одним из столбов темный предмет. Как нам показалось, это думали, что это бочка. Ну и так, по молодости, по глупости, в общем, решили в нее выстрелить одновременно. У нас были малокалиберные винтовки и, в общем, одновременно хотели стрельнуть.
Вот когда мы приготовились к выстрелу и должны были на счет три стрелять, вдруг этот предмет зашевелился и вырос в огромную мощную фигуру человеческую. Так как, значит, размеры столба мы точно знаем, это 7 метров, просто я их ставил как связист, вот, то, вероятнее всего, это существо было где-то метра 2 с лишним, может быть, 2,30, где-то под 2,50, скорее всего, так. Да, значит, к сожалению, с той стороны светило солнце, оно было несколько, так сказать, сбоку и, так сказать, в контровом свете было. Вот, поэтому мы видели несколько в тени, что ли. Не видно было лица, но то, что он был, этот человек, если так можно сказать, покрыт шерстью, это уж точно было абсолютно. Это существо, видимо, почувствовало опасность, и где-то это было около минуты, оно наблюдало нас. Потом оно повернулось к нам спиной и, медленно, будто ввинчиваясь, пошло к берегу реки и скрылось в тени. Я просто был удивлен, потому что весила она, наверное, не меньше 200 килограмм, но легкость, с которой она пошла, была совершенно невероятная. 41-м году, октябре-ноябре месяце, наш батальон передислоцировался в Дагестанской АССР, территорию Дагестанской АССР, в горах Кавказа. Местные население попросили мне посмотреть необычного человека, волосатого. Я попросил, пожалуйста, представьте, посмотрю. Я был единственным в этом районе военным врачом. Ну, говорят, не можем помещение. Потеет уже, страшно потеет. А где посмотреть? Вот сарай, говорит, находится. Я пошел туда двумя милиционерами, солдатами местными. Зашел, я удивился. Передо мной стоял, значит, человек, раздетый, босый, без бороды, без усов, волосы, значит, темные, бурого цвета. Волосатые, значит, волосы в разных местах, плечах, груди, на спине, длиной, значит, примерно 1,5-2 сантиметра. Сплошь покрыт волосы. Да. Сплошь покрыто, но в определенных местах, внутри, значит, рук, и, ну, мозолости, значит, это тут другое дело, значит, ладони мозолости, так, значит, и лицо, как теленка, тонкие, нежные, значит, волосы. Мне, значит, возмутил вопрос, насекомых очень много были там, цепочками вот снаружи, по телу, вокруг рта, значит, на лице, щей, значит. На нем паразиты. Да, паразиты очень. Насекомые такие, значит, очень крупные, такие, значит, цепочками. Это удивило. Даже шутку сказал товарищи. Где с камеру? Для чего держишься такого, значит? У меня солдаты, говорят, заражаться могут. Да нет, погибнет, это сдохнет, говорит. Ну, сдохнет так. Хорошо, я начал проверить. Потому что задание дали мне, значит, выяснить вопрос, кто он такой. Одетый, значит, шпион, диверсант или вообще, значит, кто? Просим, как военный врач, посмотреть. Стоял он смирно, просто богатырский вид, крупные пальцы на руках, значит, мускулистый, и смотрит в одну точку. Моргает очень редко. Я обратил внимание на зрение, всегда смотрел, значит, не следит за мной, вокруг. Кручу с помощью, смотри, что себя представляет. Ничего подобного, не реагирует абсолютно, как ни животные, просто никаких. Тогда, значит, я начал пинцетом выдергивать, значит, разных мест тела, выяснил вопрос, нет ли, значит, действительно шкуры, значит, одеты или нет. Ничего подобного, нет этого. И когда выдергивал, значит, из носа волосы, чувствительность высокая, наверное, и так мы знаем. Моргания усилились и мычание, грубо мычание. Скажите, по вашему впечатлению, это был человек или животное? Это человек. Человек. По форме человек, настоящий человек. Никаких, значит, мордушки, тогда животных этого нет. Только человеческая, значит, голова. Жанна Иосифовна, недавно вас избрали президентом нашего советского общества криптозоологов.
Само слово «крипта», которое переводит, значит, «скрытый», «тайный», свидетельствует об интересе ученых к животным, неизвестным науке. А вот интересно, чем поддерживается ваш интерес к снежному человеку? Стремлением найти новое животное или какими-нибудь другими целями? Ну, это чрезвычайная перспектива, огромные перспективы, которые он откроет, когда он окажется у нас в руках. Ведь документы, которые мы располагаем, в частности, портрет робота, который можно было очень достоверно восстановить на основании тысяч свидетельств, не оставляет никаких сомнений в его принадлежности к линии, родственной человеку. Вот это самое главное, мне кажется. Вот это, конечно, и есть самое главное, потому что он представляет собой исключительное интересное существо, я не могу назвать его животным. Оно, весь интерес, мне кажется, этого алмасты, этого снежного человека в том, что это уже не животное, но еще не человек. И он стоит, видимо, где-то очень близко к нам. Он очень близко подошел к нам. Морфологически его трудно от нас отличить. Почему мы возражаем просто им, скажем, убийство этого существа? Его труп нам ничего не прибавит к тому, что мы о нем знаем. А вот он ведь уже умеет что-то выражает, он что-то бормочет, у него какие-то зачатки и речи есть. А ведь мы не знаем, что такое речь. Мы до сих пор этого не знаем. Да, Жанна Иосифовна, но вот несмотря на огромное количество свидетельских показаний, многие ученые все-таки относятся достаточно скептически к самому факту существования снежного человека. Скептики просто не знакомы с материалом. Материал нигде не опубликован, а между тем он колоссален. И он выстраивается в совершенно достоверные статистические и биологические ряды. Мы знаем об этом существе не только его морфологию. Мы не знаем не только, как устроено его ухо, какие у него зубы, как поставлены эти зубы, как он берет предмет, как у него работает при этом кисть. Мы знаем о нем практически все. Мы знаем, как он вырывает и какие он вырывает коренья, как он их очищает, как он ловит сусликов, как он потрошит. У него своя методика потрошения мелких грызунов. Не так, как медведь, не так, как волки, не лиса. Совершенно можно по остаткам сказать, что вот это он здесь потрошил. Мы знаем... Мы наблюдали, ну не мы лично, наши информаторы наблюдали роды. Мы знаем, как выглядят эти маленькие существа, они очень похожи на людские, они не волосатые. Мы знаем, как они растут, как долго они нуждаются в помощи мамы. Мы знаем о взаимоотношениях этих существ с окружающей фауной, с дикой фауной, с домашними животными, с животными человека, с самим человеком. Мне посчастливилось самой не только увидеть ряд следов, но и сфотографировать и зафиксировать неоднократно на Северном Кавказе. В частности, вот в 1978 году, где была очень хорошая серия таких отпечатков. Жанна Васильевна, а вы уверены, что эти следы принадлежали снежному человеку? Ну, совокупность обстоятельств позволяет в достаточной степени уверенности говорить о том, что это действительно следы неизвестного примата. Прежде всего, это ширина, длина, скажем, шага, которая достигала, в среднем она была 1,30 м. Причем шаг был размерен, он не бежал, оно не бежало, существо. Следы были хорошо отпечатаны. Во-вторых, колоссальный вес на грунте очень прочном, с большим содержанием гравия. Его босая стопа уходила в клуб, как это видно, на 1,5–2 сантиметра, в то время как я в полном, так сказать, снаряжении, зимой, с ледорубом, с рюкзаком, вообще не оставляла следов. Это вы сделали слепки? Да, эти слепки сделаны мною. В-третьих, это отношение стопы, пропорции. Здесь ширина составляет половину длины.
в то время как у человеческой стопы это отношение не превышает 1/3. В-четвертых, это очень интересно и характерно для этого существ постановка стопы. По отношению к прямой линии он ставит ногу примерно так, как бы ставил их канатоходец. И что любопытно, вот наш снимок, снятый на Кавказе, где вы видите эти четыре следа, по прямой линии, совершенно по прямой. А вот снимок из Северной Америки, где мы видим точно такую же постановку. Абсолютно прямая линия. Да, это интересно. Любопытно. Ну и, наконец, это чрезвычайная подвижность, мобильность этой стопы, которая, конечно, утрачена у человека, и с которой хорошо видна из этих снимков. Вот, допустим, здесь пальцы хорошо растянуты, нормально идет перекат, перенос веса, а вот здесь он, его чуть повело, потому что все-таки был чуть влажный грунт, его повело, и посмотрите, как он мгновенно вцепился в грунт. Значит, и палец отставлен. Палец отставлен немало, немного на 9 сантиметров, а остальные латеральные пальцы глубоко вошли в грунт. Интересно. И здесь по неволе очень интересная ассоциация с тем, что писал и говорил профессор Сушкин, известный русский зоолог, академик. Но Сушкин не первый русский ученый, который интересовался этой проблемой, начиная с Пржевальского, с Петра Кузьмича Козлова. Все русские исследователи Средней и Центральной Азии, естественно, испытатели и географы этим интересовались. Я коротко назову, скажем, имя профессора и академика Грунг-Жемайла, профессора Бородина, который сам видел такое существо в пустыне Алашане и подал соответствующий рапорт в Академии наук. И вот цепочка тянется через эти ученые к Сушкину, к Хахлову. Ну, Хахлов первый русский ученый, который описал это существо и дал ему имя научное. И много сделал еще Жан-Васи Поршнев. Ну, естественно, Поршнев первый, который благодаря своему величайшей эрудиции и уму сумел синтезировать всю эту проблему и увидеть ее глубину, увидеть ее ширину. И увидеть то, что вот что русские, оказывается, давным-давно уже этим занимались, крупные русские ученые. Есть еще одно, и, пожалуй, самое веское доказательство. Это кинопленка, на которой заснят наш таинственный незнакомец. Если, конечно, тут нет никакого подвоха. Этот снимок сделан Роджером Петерсоном и Робертом Гимлоном любительской камеры в Северной Америке 20 октября 1967 года. Казалось бы, Дмитрий Дмитриевич, после появления этой пленки должны были все сомнения раз навсегда рассеяться. Ну, как вы знаете, далеко не все доверяют даже кинопленке. Вот вы у нас, Дмитрий Дмитриевич, большой специалист в области биомеханики движения человека. Скажите, может быть, это действительно фальсификация? Может быть, какой-нибудь человек переоделся и разыграл эту глупую шутку. Когда я впервые увидел эту пленку, у меня не было законченного мнения по проблеме снежного человека. Да. В этом смысле я человек беспристрастный, не стою ни на чьих позициях. Передо мной стоял один вопрос. Является ли этот материал фальсификации, есть ли признаки фальсификации? Или же это нечто единое целое, без каких бы то ни было подделок? Ну и к какому выводу вы пришли? Вы знаете, не удалось
заметить ни малейшего признака того, что это какая-то имитация, что это человек, одетый в шкуру, и тем более это, конечно, не обезьяна. А вот другой вопрос, мне кажется, еще более интересным. О чем говорит эта пленка? Что можно из нее узнать? Какое представление получить об этом существе, двуногом существе, которое вот так случайно было снято? В стоп-кадре хорошо видно, как выставлена вперед нога. Существо идет стремительно. Огромная масса тела. Сзади стоящая нога подготовилась к тому, чтобы оттолкнуться. И сейчас она двинется вперед. А это уже теперь посмотрим на стопу. Мы видим подошву левой стопы. Плоская стопа, кстати, как и на отпечатках следов, которых буквально сотни накоплены в мире. Такая плоская поверхность бывает у носорогов, бегемотов, слонов, у которых стопа не может амортизировать. Существо повернулось вслед, наблюдая бегущего оператора. Повернулось всем телом, а не только головой. По-видимому, это массивные мышцы шеи заставляют так повернуться. А вот мы, люди, ведь не так поворачиваемся, мы голову поворачиваем. У человека бывают случаи, когда он поворачивается на сигнал опасности сразу всем телом, готовясь реагировать на это. Но обычный человек поворачивает только голову. И вот характерно, что он руки выбросил, как в сторону. Тоже руки необычно. Продолжают по инерции движение. Видно, что это массивные звенья, оснащенные мощными мышцами, которые к концу маха явно полностью расслаблены. Это массивное существо идет очень гармонично, ритмично, плавно, уверенно, устойчиво. А ведь оно идет не по гладкой тропинке, а пробирается, смотрите, по какому буревому. Для этого существа характерно то, что все вот эти признаки, о которых я говорю, позволяют сделать несколько общих выводов. Ну, во-первых, это очень большая масса тела, порядка 300-400 килограммов. Во-вторых, это очень мощные мышцы, которые, кроме размеров тела, обусловливают такой большой вес. И уж явно это не переодетый человек. Да, трудно было бы человеку, если бы не сказать невозможно. Здесь упало, наверное. Оператор упал и снимал дважды, даже трижды, а существо уходит, стремится от него вдаль. Кадры, конечно, необыкновенно убедительные. И все-таки для меня не ясен по-прежнему один и тот же вопрос. Как могло это доисторическое существо дожить до наших дней, и мы о нем не знали? А впрочем... Впрочем, взгляните на это создание. Узнаете? Ну, конечно, горилла. Теперь эту гигантскую обезьяну знает почти каждый ребенок. А ведь о том, что она существует, поверили только в 19 веке, после того, как увидели ее убитую кем-то в Африке. Хотя о ней рассказывали очевидцы, начиная с 17 века. Вот еще один не менее яркий пример. Знаменитый дракон с острова Комодор. Самая большая в мире ящерица. Длина тела ее доходит до 3 метров. Живет она на этом индонезийском острове бесчисленное число лет. А поверили в это только в нашем веке, в 1912 году. И то случайно, когда один европейский летчик совершил вынужденную посадку на этом острове и увидел ее.
чудесное создание китайской природы – большая белая панда. Первые сообщения о ней встречаются в китайских рукописях еще в начале 7 века. А увидели и добыли ее лишь в 19 веке, в 1869 году. Проблемы снежного человека. Как вы считаете, достаточно достоверным материалом эту кинопленку? Ну, я не просто считаю, а знаю, что это фильм истинный, потому что я этот фильм изучал достаточно скрупулезно, буквально кадр за кадром, и даже не сотни раз, а тысячи раз смотрели, и делали отпечатки с каждого кадра, и получили такую информацию вот, в процессе этого изучения, что это даже меня вот, лично вдохновило сделать вот такую модель того самого объекта, который снят на пленке. Поскольку сама пленка недостаточно четкая и многие детали не ясны. Вот эта вот модель, она воспроизводит такие детали, которые невозможно практически выдумать, а они естественные. И кроме того, я должен сказать, что скульпторы-анатомы, которые тоже изучали этот фильм, они говорят так, что если бы это была шкура или одежда какая-то, то она бы выпирала. Это невозможно подделать. Кроме того, вот, например, один из слепков следов, оставленных этим существом, именно тем конкретным существом, которое снято в фильме. Это вот нога этой самой дикой женщины. Кстати сказать, ведь следы тоже являются доказательством в криминалистике. И почему мы не должны доверять этим данным, неясно. Вот, например, еще один след, который я лично заливал в горах Памира, это в 79 году. И при таких обстоятельствах, что они абсолютно исключают подделку. Он довольно похож. Не человеческий след, но в то же время какого-то человекоподобного существа. Игорь Демьевич, но дело все в том, что люди не доверяют главному. Как может доисторическое существо, говорят они, жить среди нас? И мы об этом не знаем. Ну, мы долго не знали, например, что где-то рядом с нами живут такие, например, люди, как пигмеи. Ведь пигмеи были открыты сравнительно недавно, это где-то чуть больше 100 лет, и до сих пор они еще не изучены. И мало того, они продолжают вести практически первобытный образ жизни. Да. 20 тысяч лет, разделяющие нас от первобытного мира, внезапно исчезают, и кажется, что перед вами люди эпохи палеолита. Они не знают, что такое земледелие, у них нет домашних животных, они питаются кореньями, гусеницами, личинками муравьев и другой сырой мясной пищей. Свои жилища они строят самым примитивным образом. Словом, ведут жизнь, мало отличающуюся от жизни первобытных людей. И не нуждаются в благах цивилизации, которыми окружены все мы.
охотятся пигмеи с луками и копьями. Великолепные знатоки природы, они превосходно приспособлены к жизни в джунглях. Подвести итоги. Признаюсь, однако, что сделать это нелегко. Да, безусловно, в наш век никто не сомневается в том, что человек произошел от каких-то животных, одна ветвь которых ведет к современным высшим обезьянам, а другая к нам самим. А вот что произошло на заключительной стадии эволюционного развития человека, когда появились неандертальцы, кроманьонцы, пока сказать трудно. Потребуются новые находки, новые исследования для того, чтобы более точно ответить на этот вопрос. Потребуются новые, более глубокие исследования, чтобы добраться до истины и о снежном человеке. Бигфуте, Йети, дело не в названии. Гораздо важнее ответить на вопрос, что представляет собой это загадочное существо. Вот самое последнее известие. Передо мной немецкий журнал «Бунте». На 25-й странице этого журнала фотография, заснятая Хубертом Волмером в Непале совсем недавно, 8 мая 1988 года. Под ней надпись «Это Йети». Будем надеяться, что настанет, наконец, день, когда усилия ученых увенчаются успехом, и они разгадают и эту трудную загадку природы. Но для этого надо продолжать поиски, продолжать исследования, идти и идти по следам.